приведут в порядок в Автограде и общественные пространства. Об этом стало известно из постановления Кабинета министров республики. В этом году в Набережных Челнах начнется запланированная реконструкция бульвара юных ленинцев. Пройдут работы на второй очереди парка культуры и отдыха на ГЭСе и парка Гренада в Новом городе. Кроме того, завершится обновление парка Марата Бибишева на Зябе. На все это республика выделит более 400 миллионов рублей.